Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду работать с Василисой. Мы будем автоматизировать звук в слоге «су». Сейчас вы посмотрите фрагмент занятия, а затем я немножечко скажу по занятию. Так, все, давай со мной повторяем. По три раза слово произносим. Суп. Суп. Так, ну-ка, почисти звуки. Не суп, просто суп. 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 А теперь суп. Суп. А теперь произнесем три раза. Суп. 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 Супка. Какая супка? Суп. 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 Нету тонка. Суп. 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 Которые кушают суп. 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 Дальше. Суха. Ха. Чистим зубки. Суп. Суп. Суп просто. Суп. Суп. Моя, да, моя ты хорошая. Ты что сегодня у меня? А? Вот, посмотри. Вот. Что это у нас? Суп. Суп. Вот, произноси три раза. Суп. Суп. И еще. Суп. И еще раз. Суп. Суп. А теперь произнесем. Суха. Суха. Вот, хорошо. А теперь три раза пять. Суп. Суп. Еще. Суп. И еще раз. Суп. Судно. Сун. Суд. Суда. Суд. Сода. Нет. Судно. 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 Вот. Еще раз. Судно. Хорошо. А теперь опять произнеси три раза. Суп. Суп. Еще. Суп. Суп. И еще раз. Суп. Суп. Сумка. Сумка. Вот. Ну-ка еще раз произнеси. Сумка. Сумка. Еще раз. Сумка. Сумка. Хорошо. А теперь произносим несу. Три раза. Не. Не. Су. Не. Су. Не. Су. Су. Что я несу? Несу. Су. Игрушку, да? Лягушку, да? Не. Скажи, не. Не. Су. Игрушку. Не. Лягушку. Так, хорошо, положи ее теперь. Посуда. Посуда. По. Посуда. 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 Так, почистила зубки, нечто. Произносим. Суп. Василиса. Суп. Суп. Вот теперь произносим. Посуда. Посуда. Еще. По. Суп. Да. Да. Хорошо. Посуда. Суда. Да. По. Посуда. Еще раз. По. Суда. Да. Так, рисую. Рисую. Еще давай. Рисую. Еще давай. Рисую. Хорошо. А теперь несут. Не. Суд. Не. Суд. Еще. Не. Суд. Еще. Не. Суд. А теперь плясун. Пля. Сун. Пля. Сун. Пля. Сун. Хорошо. Ну, а теперь давай еще раз произнесем с тобой. Са. 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 На. Стали. Ста. Ле. Сидит. А. А. Са. Сы. 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 У. А. Сы. У. Сы. Два раза. У. Сы. Сы. Ротик сжимай.
Сы. А теперь су. 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 Три раза. Су. 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 Гоните. Гоните. Вон. Вон. А. А. Су. Су. Еще раз. А. Су. Хорошо, молодец. Вы посмотрели фрагмент занятия и, наверное, обратили внимание, каждое мое занятие, что дети произносят слова вот со слогом «су». Василиса произносит много слов: сумка, судно, сук. Несу, ну и другие слова. Можно брать разные слова. Если, например, слово не получается, то, конечно, нужно возвращаться к упражнениям, чистить зубки нижние, произносить, чтобы ребенок произносил правильно слова со слогом «су». И у нас идет обязательно, вот ребенок произнес на этом занятии слова со слогом «су», на следующем занятии ребенок произнесет, допустим, со стечением. Вот сейчас вы тоже посмотрите фрагмент занятия произнесения слов со стечением согласных, таких как «ска». Смотрим занятия. Ну вот. А как мы должны улыбнуться? Произнеси. Улыбнись. Ска. Давай еще. Ска. Ла. Еще улыбайся. Ска. Ла. Ла. Давай еще раз сама. Ска. Ла. И еще раз. Ска. Ла. Хорошо, молодец. А теперь скалка. Скал. Ка. Давай еще раз. Скал. Ка. Теперь сама еще раз. Ска. Ка. Правильно. Сковать. Сковать. Еще раз. Сковать. И еще раз. Сковать. Скакать. Давай, улыбайся. Скакать. Вот, давай еще. Улыбнись только. Ска. Ка. Ска. Улыбайся. Ска. Ска. А теперь. Ска. Ска. Кать. Кать. Ну, теперь сама. Ска. Ска. Кать. Вот. Скать. Ска. 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 Нет, язык не высовываем сюда. Ска. Давай еще. Ска. Еще давай. Скагашки. Скатерть. Скатерть. Вот, давай еще раз. Скатерть. Еще слово. Скамейка. Ска. Давай, ска. Давай еще. Давай. Ска. Давай еще. Ска. Давай еще. Ска. Ска. Мейка. Мейка. Ска. Мейка. Ну, моя хорошая, давай сама произнеси. Ска. 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 Ну, давай еще раз. Ска. Ска. Мейка. А теперь сколько? Сколько. Давай, улыбайся. Сколько. Еще раз улыбнись. Сколько. Умница. Ско. Ра. Ско. Ра. Ко. Ра. А теперь сковородка. Ска. Ва. Ротка. Давай еще. Ска. Ва. Ротка. Молодец. Ну вот вы посмотрели. Василиса произносила такие слова, как скала, скалка, скамейка, сковорода. Конечно, очень хорошо, если каждое слово объяснять, что это такое, назначение этого слова. Например, скамейка, чтобы сидеть, сковорода, чтобы готовить ней. Но так как Василиса, она
еще не сможет этого объяснить, поэтому мы и не брали. И важно нам сейчас, чтобы ребенок, любой ребенок, не только неговорящий, и говорящий, у которого все в норме, и слова лексические, и грамматический строй речи, все равно произношение слов должно быть многократное. Когда ребенок говорит, например, звук «с», язычок находится внизу. И если неправильно говорит, то мы обычно делаем киска сердится, то есть язычок принимает правильную форму, и потом произносим слово. И вот многократное повторение закрепляет положение язычка, где он должен стоять, то есть положение язычка внизу. И вот мы скамейка, сковорода, скалка. Или на слог «су», допустим, произносит сначала, губы приходят в улыбку «с», а потом мы произносим слово. Но вот примерно такая работа должна проводиться с ребенком, чтобы научиться правильно произносить данный слог. То есть автоматизируем его до тех пор, пока язычок не встанет в нижнее положение. Поэтому мы берем и разные слоги, и постепенно ребенок усваивает. Звук будет автоматизирован, и он уже не потеряется, если долго и правильно его автоматизировать. Но вот на этом, пожалуй, я закончу. До свидания, до новых встреч!